В Тюмени с размахом отметили Масленицу. На Цветном бульваре организаторы устроили концерт вокальных и танцевальных коллективов, интерактивные конкурсы, провели мастер-классы по народно-прикладному творчеству. Также тюменцы могли отведать блины от местных производителей. Одним из самых запоминающихся стал конкурс на лучшую куклу-чучело «Тюменская маслена». Масленица сделана в особых традициях русского народа. Соблюдены все правила. И, в общем, то, что вы видите, это олицетворение всей Масленицы, всего чуда этого праздника. Как только отработаем, поедем кататься на горках, пойдем печь блины, есть, веселиться. В общем, последний день отрываться.